Холи, холи. Две минуты. Давайте чисть. Пианист, у тебя каски тогда. Шучу. Давай, кидай. Покурю, придурок. Все равно пока там шаман. Я надеюсь, этот арпал не будет просить запы. Вот, ты взял, кстати. Там арпал, блядь, с тринкетами уже, блядь, тонет. Ахмарада. Чёрт, ты диспелишь? Нет. Я больше тебя надамажу, поэтому ты диспелишь. У меня лапки. У тебя крылья. У меня лапки. Лена, ты вообще не дамажишь, так что не... Ой, так кто б говорил? Блин, а вот где Полина, когда она нужна? На сове перегоняют. Это не тыкая ротация. Ага, перегоняет. В мечтах. Одну кнопку просто пока дожму, звездная вонь. Ага. Так, пианист, сейчас не надо будет доснуть. Что еще раз? Тебя снимать не надо будет. В плане. Перетанчивать. Ты думаешь, он вообще танчить будет? Да не, не надо. Что, он пока раскурится. Хуя вообще. Опять сова какая-то умрет. Я заберу Лока или кого там, или мага, не без разницы. Почему я не удивлен? Есть тут мишки с 4Т4? Относительно. А что ты хочешь? Вот этот, 4Т4, когда лунный огонь вешается, он часто вешается, нет? Редко. Ну, не так часто, да, как бы хотелось. И что, 2Т4, 2Т10 носят из-за этого, да? Ну да, там и агро получше будет. Значительно. Некоторые мишки 4Т10 носят. Ну, 4Т10, оно... Там 9... Ну, если выживаемость нужна. Да. Текила, не хочешь варшама? Где, блядь, текила? Уже вышел. У него микрофон отключен, почему-то был. Фарада, давай пароль. Да, я ухожу на смену билда. Чего? Давай говори пароль. О боже, дайте сказать, я должен сменить билд. Так ты лемом будешь или аршамом? Да, аршамом, если нужен шама. Я как бы уже полетел в дал. Хорошо. А чё, может, два медведя подиспылят? Я бы умудрился. Чё, а чё им ещё делать? Слушай, бегаешь, кайтишь и на курсе. Изи. А тут вот один момент, это маг HDLOP. А какой апатия я диспелю? Да любой диспелю. Просто дисплей. Сейчас все назначу. Любое, на выбор. Вот. Смотри, у нас могут диспелить бревно, две совы и три мага. Три мага. Да. Да. Я думал. Я думал, ты сейчас скажешь, типа, две совы и два мага. Бревно пускай по хилам. Бревно по хилам, Айхари. Четвертую пати, Гевка третью пати. Айхари отошла сейчас, она тебя не слышала. Хорошо, придет. Лол Про, с тебя первая пати танков, Хисаями, вторая пати. Хисаями взял. Ты уверен, что ты хочешь именно третью пати отсадить? Нет. А я же тебя не буду диспылить. Я сейчас сам про диспылил. Хоть себя будешь диспылить. Понимаешь, вот Хисаями видит меня на БГ, первым меня бьет. Ну и правильно. Хисаями, дай трейд голду дам. Я когда его вижу на БГ, я тоже его сюда первым. Локи, поставьте шкаф.
когда я вас увижу на БГ, вы умрете последними, потому что первыми умрут те, кто ненавидят протовары. Берлям каски. Протовары на БГ имба. Протовары? Блядь, ебан, как всегда, поздно очухался. Типа, знаешь, они сами не дамажат. Я сейчас не перезайду. Я сейчас перезайду за шамана, у меня гольд закончился. Протовары не дамажат, хочешь сказать? Дамажат? Ну хз, когда я с собой бегал, типа, я не чувствовал то, что я там какой-то протовар. Что-то так это, перья пощипало, все. На арене тоже протовары неплохо разносят. Особенно в хорошем бипе. Типа, протопалы окей. Я играл протопалом. Протоваром, типа, ну не знаю. Ну, может, на криты не везло этому вару. По тебе. Куда писать, что на успех ролишь? Ну, в канал. В Дискорде. Айхари, ты диспелишь четвертую пати. Мне мышку подключать. Волпро на первой, Хисаями на второй, Гевка на третьей. Айхари на четвертый, хил. По танкам. Пианист стоит на кресте. А, ДКшка, адский хрип, с тебя череп. На преисподнюю дашь притяжку ему. А, Мишка. Сейчас посмотрим, какой у нас пожирнее. Будет без жирнее. О, я люблю короля держать, я могу подержать. Void Beast, смотри, с тебя будут трусы и печенька. Вот уводишь там, где метка трусы. Mm-hmm. Ты их двух держишь. Рога воевода. Mm-hmm. Это в 10? Да, да, здесь. Все, с тебя косты. Хорошо. И Фумитоксик, ты уводишь ромбик там, где метка ромб, и встаешь спиной стенку. Он будет откидывать, чтобы тебя не откидывало, ты спиной стену встаешь. Когда будет активен крест, даем Геру, бурсты, заливаем по-быстрому. Пока они никто не активен, мы просто заливаем собак, потому что у них теперь 99% поглощения урона. Бить их, пока они не активны, смысла нет. Так, поставил рыбу. Не поставил. Теперь поставил. Ешьте рыбу. Так, Алексей, ты разбафывал МП-5, правильно? Все, с тебя МП-5. Думали, с пианиста каск. А, кто? Думали. Думали о каске. Пианист, у тебя кулаки, значит. Непрокачанные вары криком перебьют. Думали, давай кулаки по всем, потому что у тебя он вкачанный. Пианист каски. Сейчас, а что на это Лёха сказал? У Лёхи всегда есть отмазы. Регов нет, неудобно, да? А дом не стоит. Зачем меня на хилботе? Кстати, как аддон для палов называется? Для палов. Так, давайте на присутствие на баф. Молли пока не отвечает, потому что пытается расставить эти грёбаные. Сумани, пожалуйста, сумани шамана. Тыкните на суман. Вроде все. Ты, Молли, а что у тебя там? Сейчас полипауэри. Фарата, подожди, мне хотя бы символы поставить. Ты вон рыбу сядь жрать и ставь. Альфред, на пуль треугольник трусы на Void Beast. Текила сделал? Сейчас я таланты раскину. И у меня даже скиллов не поставлено. Подожди секундочку. Гена, чё ты не думя? Чего? Как обычно.
Обычно двумя ходит. Он, видишь, в Долоране, небось, круги нарезает, а тут в рейде. А, так нет, я же собирал локом. Собирал уже? Да. Ну, получается, когда в кару ходили... Так, когда-то у меня дизенка танком спиздил, да? Возможно. Че там, кто-то скачет, шо? Сейчас у нас символ, он, Аршам поставил. Ну, там одна печень оставалась просто. Че, поехали? На баф готовность. Эрдру? Да, я готов. Сильно не вливайтесь в пула, можете вообще не бить, пускай танки их разведут, играем в собак по ночи. Кто будет активен, я буду озвучивать, пытаться временно, если вы увидели. Кто-то из танков был. Нормально символы поставил, не успел ни хера. Зачем? Пока что можете собак заливать, которая будет вызывать. Трусы активно, играют только РДД. Мелики в собак. Бейте с трусов. Сбил. РДД стопните, играйте по собакам, так. Не срывайте агро с него. Альфред, притворись. Мишка, забери трусы на себя. Ромбик активен. Можете все в него играть. И милики, и РДД. Лёх, собаку забери. Блин, у меня василки стоят в силу атаки, это пиздец. Мы вчера видели пристов в МП5 с камнями. Все, собак играем пока. Череп активен, играю только РДД. С живой бомбой разбегаю. Тумоли отдай. А, вижу. Что дайте? Уже все увидел. Блэкмул, отойди от него. Девка, дай БР по нему. Каску кулак поварам, дайте лапу. Да, фиолетового слили. Играем по собакам.
Дали Геру. Бурстить. Все в крест дали бурст. Диспельщики только диспели. Девка, ты меня последним диспелишь? Ну да. Я же сказал. Типа вот знаешь, типа как сначала вообще весь рейд, а потом только тебя. Да иди. Спасибо. Всегда, пожалуйста, обращайся. Нам куда Меликов отправить? Меликов играть пока что под... Да. Думаю, вот. Много вы все равно не сор... В альтапах можешь отправить. Вы ни того не можете трогать. РДД пока в череп играете. Хоть что-то снести. По-моему, раньше урон на 90%. Череп активен. Слышишь, Фурада? По-моему, раньше урон на 90% резал. 75 был раньше. Мелики, отойдите от черепа. Поэтому раньше можно было хоть нормально играть. А сейчас типа вообще нет смысла бить. Ну да, типа... 99%. Только в роки сливаешь. Трусы только РДД будут играть, когда он активируется. Тёма, спасибо за своевременную поездку. Лёха, забери его, отведи в сторону. Мелики пока в этого поиграет в короля. Ну ты отведи его. Мелики в короля играют, РДД в трусы. Я после босса сразу пойду. Активен трусы. Пойду до варанские мусорки. Называется, решил под крыльями побить. У меня, кстати, ауры нету. Там аура. Там не та была. Собак кливом заливать тоже. Какого-то фига опять включился разрол. Фарада даже одного диспела не смог сделать. Я не делал. Рак. Даже себя продиспелить не хотел. А, печенька с этого босса будет анролом. Чистить пресс дальше. Можно саманом по шаману, да, это как? Ну, жди теперь. И касочку на паладина. На себя просто. Дарк, ты где?
Килла, сейчас мы трэш добьем, присуманим. Так, вопрос, есть ли у кого-то из милликов, а может не милликов, танка спек? Ни у кого нет. Я помню, что у Блэкмула было, был танк. Ручки-то закрывать лучше. Угу. Блэкмул. Ну, у тебя сколько хп в нем? Я просто руки закрываю. В глыбе позакрываешь. Вопрос. Попить. Кого убило? Вставать, бежать или резко? Вставать, тут теперь птица, тут быстро. Смотри, Фарада, объясняю. Первые руки ты закрываешь нормально. Вторые ты закрываешь глыбой. Лок даст на тебя СС, сможешь третью закрыть. В курсе, что я могу в глыбе закрыть просто и на меня не повеситься? Тем более, значит, ты три раза сможешь закрыть. Потом тебе дадут СС, потом ты опять можешь закрыть. И потом откатят глыбы. Ага. Все, нормально, видишь? Типа Лока 2, и СС тоже Ветка будет. Закрывает руки. Иди нахуй. Чтоб не выебывался. У него второй спек мишки есть. А у него третий спек, он мне уже на РТ. Я во время типа инста не получу ничего делать. Я всегда говорю, нужен медведь, типа пишите заранее. Блэкмол, спекнешься, я посмотрю. Я просто помню, что ты у нас когда-то... Ну, я понимаю. Я ж тебе не говорю, прям сейчас спекаться. Ой, Дзенок, а ты в ДЦ, да? Ты уже понял, да, типа, что я хочу спросить, правда? Свои плюсики засунь себе в сову. Петуха. Тут огромный, тут мало. На бойсе, так что... Ну вот, тем более, значит, на Фараду не... Ника, слышишь? А. Почему ты с этого, с тролля на Таурна присел? Я вот смотрю, сейчас только магии на Таурна поселятся. Потому что от тролля не действует плюс крита пассивный на магический... Понял. А вот Торена, оно действует и туда, и плюс этот урон на 2% увеличивается. Mm-hmm. Ну, а Берса там типа не особо нужна, у него очень долгая КД, и три коста успеваешь, чтобы поднять. Я вообще гоблином был изначально. Да ты и так гоблин. Кстати, я тоже. Можно было бы пассивку на гоблина перенести, я бы им бил. У него типа ракета и от инжи это тоже ракета. Аркан на время гоблин вообще зашел. Ну, им типа прикольно то, что сейчас вроде пофиксили, а раньше можно было сразу две ракеты выпустить. Раньше и магика можно было прожимать, чтобы порталов. Thank you.
Ты с ДКшкой на боссе будешь. Не убили трэш еще? Локи, поставьте шкаф. Сумай. Так, баф, давайте пожалуйста. Рыбу воткнул. Ешьте кто. Так, пять, пианист пять. С адским хрипом. Будете на боссе. На пул на ДК. Давайте вам метку поставлю. А, так. Фоматоксик, ты не был, да, здесь? Вообще не был. Да, блокнул спек, если посмотрю. Смотри, ты будешь пять, стоять... Пять шамана сум, пожалуйста. Да, текилу присумайте. Фоматоксик, ты будешь стоять в кресте. А, на полу будут появляться такие красно-оранжевые руны. Руки. Вместе с ручками. Эту руну надо просто забежать и ждать, пока не захлопнутся руки. Потом на тебя вешается дебаф, ты там, в принципе, не можешь двигаться, но к следующему он спадает уже. Вот так тебе надо будет просто весь бой закрывать эти руки. Все. Локи, дайте шкаф. Понял. Вот, она будет почти в той точке появляться, там плюс-минус право-лево, просто бегаешь. Так, White Beast, ты будешь у нас в трусах стоять. И Black Mole 50 тысяч. Дайте приставать. Тёма. Меня не присумонили еще. Какой приставал? 53к. Хватит. Но у меня почти нету баф. Да я думаю, может, хватит. Еще есть. Да, я тоже думаю, хватит, чтоб руку-то закрыть. Текила, он там справа рыба стоит. Так, Хисаями, пошли со мной направо. Есть что подстрахуешь? Баф, пожалуйста, по шаманам. Простите. И энхов нет, так что можно... Каску на шамана. Все, Фуматоксик на кресте, Void Beast на трусах, Black Mole на рамбе. РДД, если что, тоже смещайтесь, чуть назад помогайте. Я вместе с Хисаями, мы будем справа. Там три ручки, и потом уходим просто. Так, ДК, давай по стенке за босс. А, ты уж там, все вижу. Не должна шотнуть она тебя. Сейчас со счета никто не вливается, только на пул идет от ханта и от рога. Напуливайте на... Набав готовность. Алексей? Лилуш? По отчету только на пол. Сэм, мы с тобой направо. Давай я первую, ты вторую, третью там как по. Милики, смотрим, под боссом тоже будут руки. Сейчас появились там. Геру дайте. Геру. Саями, сейчас твоя рука будет. Открывай. Тёма, я руки закрываю. Какая ПС-ка? Ну, Фарадабунт. Всё, Хисаями, уходи отсюда. Что-то я так не вижу этого огня. Сами уходи, у тебя поджарит сейчас. Гевка Берни, Хисаями. Я тоже могу кого-то поднять. И Айхари, Кискомяу. Закрыли руки. Айхари, Кискомяу подними.
Все, танки от вас, только закрытие ручек. Дайте ребаф по магам, по... Я закрою. Под боссом руки. А ты с какой гильдии вот этот Тимолия паладин? На Иллюжен. Это ты у меня забрал на ручей 2400 голды дал, да? Да. Не стыдно? РДД, закройте руку. Просто две шмотки пацан забрал. У меня так забрали чешку, опакал и... Сжалился бы над бедным медведем. С 245-м не хожу. Ты их вчарил поди уже, да? Нет, еще. Че, может, у меня голды 0 осталось. Че, может, я тебе верну, дашь мне наруч, все равно выбьешь потом. А я уже вставил. РДД, закройте руку. Мишка. Кто-то забежал. Плохо, паладин, плохо. Блядь, не ругайся, меня... пожалуйста. Да я-то не ругаюсь. Ты бессовестный просто. Негодяй. О, сука. Чё за перстень земли, глаз грула? Ну это какой-то БКшный. И там... Кстати, подними, не было. Подними весь лут и скинь потом лутера. Нафига. Мне интересно, будет это только типа у лутера есть вот эти темки? Дайте порт шатрат, может лететь. Да, вроде как у лутера. Я потому что локом ходил, то тоже, а у меня и темки были, остальных не было. Шатри нету, могу в огре поставить. Ставь в огре. Воевода, 15400 у тебя. Прикинь, Фарада, проверю. Смотри. Нет, нету, забирай. Это только для задания, походу, какого-то. Ну, какой-то мусор, я бы сказал. Ну это БКшный, где для 70-х контент еще был. Портал, как я понял, нету. Гримар поставил. Дарк, ну смотри сам, если тебе надо, можешь идти. Аж это последняя была? Вдруг жезл выпадет, ты себе жезл заберешь. Кстати, я по Мишке чуть на луне не полетел. Типа, знаешь, рофл был, получается... Мне что нужно было, ну, с Груи Магера? Одна печенька, да? И жезл. Короче, знаешь, мы первый же проносим магик, падает жезл. Я такой думаю, блин, может, ну нахрен это печенье, лучше жезл вон роли. Типа, потому что вроде редко падает. Вот, короче, потом, ну, не стал вон ролить жезл, занролил одну печенье. И кидаю, получается, на ролл
жезл и кидаю сок. Изи. Грубо говоря, два с двумя онроллами. Знаешь, что с головой тебе так не везет? У меня зато мозги есть. Ну, лично админы выслали. Завидуй. Это чувство, когда даже админам приходится тебе с мозгами помогать. А у меня хотя бы есть. Есть мозги, но нет совести. Ты понимаешь, тебя не может и есть, но тебе их положить некуда. Как вот он, представляете, пацан просто пошел, медведь бедный, тончит, прыгает, вертится там, 245-й наручи, в РС-25 лёг. Пацан просто апокалы забирает и просто забирает эти, тон, наручи кожаные. Нахрена тебе эти перчатки? Ой, запы. Не, ну они бисовые, накатай на мишку, считай на пацан. Там на медведя берутся либо стелкаш, либо с ивакас. Там три дырки у тебя будет, если есть кузнечик. Я старый, уже знаешь, сколько мистер? Я не убиваю нуба. Мистер 4 не могу сролить кожаные запы, потому что либо паладин забирает, либо, блядь, еще кто-нибудь. Вообще петушня, блядь. Розовая. То же самое, как маска с этого, с заломана. Идет паладин с нами, ролит маску, блядь, забирает маску и пропадает на 2 месяца, нахуй, блядь, охуительно. Вообще, ну есть такие кадры, да. Не, ну этот ретрик хоть дамажит, там, он вообще офигенный. Ну, я пытаюсь немножко дамажить. Капельку. Так, что у нас все в инсте? Дайте шкаф лопить. Мне бы еще освещенку бы сделать, лок. Хотя бы. Илуш, дай лок. Ой, шкаф. Алексей, ну потому что есть разные паладины и разные воины. Есть, получается, гильные вары и паладины. Ну как гильные? Они берут себе пару шмоток всего, даже так, что... Да. Там не пару, там ты что, у тебя пояс, а, запы и плащ, по-моему. Плащ это отдельно, да, кстати. Еще и кольцами бывает упарываются. Плащ можно. Либо плащ в силу и кольцо тогда в ловкость. Кольцо заломано, да, если типа хорошее. Ты суманчик, народ недостающий. А вопрос еще чистить. Такой вот. В заломане кому-нибудь плащ с первого сундука падал этот на мутик? В смысле, который... Который ловко дает скорость, крит и СПД. Да, два раза видел. Видел такой 2 раза. У меня на сове вроде такой. Очень редкий. А плащик, получается, кастерский, да? Получается, что там? Ну, скорость крит, 271 с первого сундука. Тоже очень редкий. Один раз всего лишь видел. Я не знаю, это еще голова редкая. Выбор. Фарада, вот любишь на больной, да, Андрей? Я пока кольцо свое не выбью оттуда, я тебя не отставлю. Ты, а можешь, я пока тебе... Ты понимаешь, пока я кольцо его не возьму, я его дизну. У тебя голова не выпадет. Ты понимаешь, будешь забирать за ГПС, только 25 хрен. Видите, трэш бейте. На Соломона я буду дизну просто. Вроде всех присуманили. А я возьму ему и просто так подарю кольцо. Во, видишь? И шеемку мне просто так тоже. Пианиста, ты больше первый рейд не водишь. У тебя нет власти. Так, а я-то второй, может быть, поведу. Ну, сука. Я себе втихаря. Сговорились, да, против СВ? Да нет, сегодня... Второй со мной сегодня пойдет. Сегодня Вазелин поведет. Понимаешь, Фарада, во втором рейде я своим локом заролю. Вот чтоб тебе... чтоб тебе... Ну-ка сейчас, подожди, а где там твой лок по приору? Где... Лок во втором рейде. Где там... А, это... не будет приора во втором рейде. О чем ты? Если будет пуги, будет пролог. Сигали будет пуги. У нас народ тут 50 чел будет.
Ты думаешь, наберется на второй рейд? Я скажу. Так что у тебя там троечка, приор. Да пожалуйста, забирай за приор. Я вчера даже половину посмотрел, то сегодня. У меня. А кстати, у меня фарада типа взломана стоит кольцо. Нет, на самом деле, если оно выпадет, я его заберу даже, потому что я заебусь взломанным его. Я же в взломании полгода нет. Просто мне надо кольцо, я одеваю сначала обычную багруху, потом геруску выбиваю ее. Кстати, про какое его кольцо? Метка скрипа. Ребра, которые падают. Кольцо бесконечного лабиринта и взломано с третьего сундука. Они идентичны. Так, Лёха, тебя одного не прошибёт. Давай не надо, пожалуйста. Я в фола могу босса поводить вообще-то. Вот он мне в прошлый раз говорил, я не помню, сдох он или нет. Нет, чё я сдохну, ты шутишь? Пусть лучше трэш несколько человек танчит. Да нет, будет три танка, просто трэш всё танчит и всё. Так, ну, народ, маг, шаман, вошедший, вы там чё вкажете? Вообще я вкажу. Там ты, Евка меня водит. Ты пожизненно АФКш. Там скоро весь полкон уже прокурит. Чё, пока ты его назначаешь, я в покупал. Балласт. Вошедший. Какой-то рейд после этого будешь собирать еще? Нет, наверное. Слушай, он просто за мной привязаться поставил. Так, желающие на кубы. Гевка однозначно там. Ну почему, я даже не удивлюсь. Чтоб не въебать. Вот смотри там сколько желающих. Я могу, если что, подстраховать. Нет. Фумитоксик, ты будешь трэш ловить. Окей. Все постараются. Дай только справа постою. Беса будет попроще повешать, если вдруг выйдут. Я миликов налево, РДД направо поставлю. Так, Хисаями постоишь тоже на кубик? А, или 5 меток уже, все. Тебе повезло. Нет, не повезло. У тебя полумесяц будет. Чё, там уже начинаем, нет? Ты кури пока. Так, все видят свои метки? Угу. Вар с рогом слева, два мага и недосова справа. Вот заруинит тебе куб, будешь знать. Да я тебя кикну. По тактике, кто что не знает, или напомню просто. На земле будут появляться зеленые лужи, из них выходим, она будет также отображаться в дебафах. В дебафах в ней не стоим. Главное, на РДД, тех, кто кастит, на вас будет появляться метка Мактеридона. Под конец этой метки на 2 секундах прекращаем вообще любой свой каст, пока она не закончится, иначе вас убьет. Это 100%. Из 3 порталов слева по центру и справа будут выходить мобы, которые танки Void Beast, Fumatoxic и Адский Хрип вы будете забирать. Вы будете их втроем держать. В левый портал играют только лишь ДД, милики. Если что, РДД им помогут. По центру играют только лишь РДД. Либо милики, которые могут не попадать под их клиф.
там будут от них идти белые лучи, вот под них не надо попадать. В правый портал играем только тогда, когда все бесы выйдут и танки их соберет. Мы их будем заливать ОЕшкой, поэтому, Тумоля, от тебя гнев небес, и Алексей первый. Тоже... Да, и Алексей тоже даже гнев небес, только после второго уже. Я попытаюсь вам проанонсить, когда вам давать. Бомбу, когда он будет вставать смертельно? Ну, когда уже будет хотя бы у одного уменьшаться ХП под минимум, будешь, дашь гнев небес. Ну, ты по-быстрому скажешь, потому что иногда сам понимаешь, хорошо, что цель не... А, на 50% босс будет перифаза. Отходим все либо ко входу, либо будем просто... Кто может, просто отойдет от порталов. Потому что пойдут зеленые лужи, они идут прямо к порталам. Три штуки. Если вы попадаете в эту лужу, вы попадаете в контроль. Вас придется заливать. А, танки. Вы все ловите один и тот же трэш. Нету никакого распределения, вы втроем на трэш. Только единственное, когда они будут выбегать из центрального портала, там выбегают гитаристы, они в любом случае сначала бегут к боссу, потом только они бегут к вам. То есть вам, возможно, надо будет забирать их из рейда. Вот поэтому хан трога напуливайте, на ДКшку можете пулить центральный трэш, чтобы им было проще. Так, да, так, рыбу я ставил, не ставил? 40 минут рыбы. Сова хочет кушать, ставь. Поешьте там присты и саями. Последняя рыба, блядь, стак был. Тебе сейчас один в хэмке ставить. А нет, там Полина будет ставить. Давайте, кто готов, заходим вовнутрь. Танки, этот трэш от чаротворцев вы бьете все. Потом, пока пианист будет держать... Пианист будет один на боссе. Вы просто... Стоите, бегаете, как появится трэш, вы его танчите. На готовность. Тёма, все. По готовности можете забирать вот с луны, которого... Ханты, роги на пульте, трэш на танков. А... Бурник, Рош... Дай, пожалуйста. Так, сейчас я таймер включу. Первым делом заливаем чаротворца. Гера будет почти с пула, но не сразу. Перед кубами тоже старайтесь не стоять, стойте вот между ними, чтобы лужи не... На пол, на квадрат. Босс не кливый, так что можете стоять как угодно. Вчера вроде кливал. Он в обычке так не кливает. Убирай. ХМ-ки нет. Геро.
Из лужи вышли. Приготовились к работку бы. Десять секунд еще. Прожали кубы. Без. Танки ловите бесов. Пока что все в босса играем. Танки собирают сами. Танки старайтесь скучнее их держать. Все, все собрались, заливаем АОЕшкой бесов. Гнев небес. Продолжаем бой. Кубы через 10 секунд. Приготовились прожимать. Прожали. Центральный портал играет только РДД. Танки он сначала пойдут они к боссу, потом только к вам. РДД играть по гитаристу. Старайтесь играть по тем, кто вихрь не кастует. Скоро перепихас. Убило две метки, надо резать. Ромбик и кружок резать. Айхари... И девка, ресните метки. Больше не будет этим. Лем, надо босса перевести Фарада. По мобам, а не по боссу. 2% перевести. Давайте по боссу. По боссу. Все отойдите ко входу ближе. Кроме танков. Держите гитаристов. Вот... Мишка, держи там, где звезда. Просто там, где куб. Отошли ко... Сейчас все РДД будут играть после перефазы по гитаристу. Можно каску по рогам, пожалуйста? По рогам, по варам, дайте ребаф. Смотрим за меткой Мактеридона, смотрим за лужу и играем по гитаристам. Прохильте Мишку. Играем по боссу всем. Кубов больше не будет, только за меткой и за лужами. Дайте инер потыкили пятая пати, хорошо. Тоже дал. 4 инра залетело у него. 4. И все равно не фуловый, кстати. Все равно не фуловый. Походу ману ест просто. 5 вообще-то. Все ману скорее.
Кстати, Аскелона нет, он вроде хотел сходить, прав. Вот и хорошо, что нет, если хотел. Блин, как же часто бешенство Солуха прокает на Мактеридоне? Забей. Притом, на форуме что-то писали, то что типа оно не так часто и нет смысла его качать. Не, ну вот смотри, типа у меня сейчас прокачано на единичку, да, получается. Эвейт. Нет. Было эвейт. Типа у меня прокачано на единичку и прокает достаточно часто. Блин, как налили тут лужи. Сова обоссала. Да я стою, типа, знаешь, между двумя лужами. Туда еще одна. Слава фотосинтезу. Блять. Это типа Транквилл так забиндил? Это я, по поиске земля... Ну да, я и говорю просто. Блять, оригинально. Кровь земли и спокойствие сразу. Надо же как-то приукрасить свою игру. Вот то же самое, постоянно это падает. Что вчера упало, что сегодня. Смотри, на мне лучер, да, висел? Смотрю, ролить не могу. А типа я смотрю, у меня это висит, кровь Мактеридона. Ну, посох на друиде. С магика печеньки. Сейчас магик сначала разролю, потом уже грубо. Так. Ну, адский хрип просто. Смотри, какой ролл впервые. Ну, да. Альфред почти догнал его. Да, нет. 90-й кинул. Так, давайте сразу тогда печеньку с Грула разролю, потому что многим только... И воткни портал. Да. Ну, а ладно. Воткнул. Так. Канал 5. Лилуш. У него последний кусок. Да? Угу. Ну, типа, я только что посмотрел. Да. А, ну, на плечи. Последний, да, последний кусок. Всем спасибо. Всем спасибо. Спасибо, ребят. И что там, шмот? Сейчас. Я просто сначала печеньки разролю, потому что в основном они только нужны. Теперь маги королю, потом грула. Блять, ну хоть руна лилии выпало, блять. Хоть так. Сверчок. А он на кого идет этот? Не на кого. Гандрак. Да ладно, 8. Ну, по-моему, на десерт неплохо. Ну, на может быть, КЗ. Как можно вообще кинуть? Как можно типа... жить после этого? Само по себе тринка говно, если честно. Сам факт того, что 8. Да о чем я за ров? Я хер это тренер, ты видел ров 8. Так что за тренер, ребят? Да этот сверчок беспонтовый. А, у тебя 8 лежит. Это ты писал то, что ты. А, ну тебе надо там копать. Да. Сумка нужна кому-то это? А с короля чё упало? Я даже не посмотрел лут с короля. С короля кожаный пояс, складные руки и металл. Ну попробуй, спасибо, Тима, я помню, есть она мне. Всем удачи. О, вроде тоже нет. Круто. Ой, это ткань, я думал, кожа. Не надо.
у тебя ж вроде получше. На бревно неплохой пояс. На бревно неплохой. А я думал сова. Да, на бревно дух скорость этот тканевый, на бревно неплохой. Фуматоксик, да, обмен. Я не видел ни разу, чтобы эта голова не падала. Она все время да. Падает. Она даже на дизу ходила несколько раз. Вообще хорош на ФДК, да? А аналога нету запах. Крытом РПБ, ладно. А эти ж, да, запах как раз тот пал хотел. Ага. Ну, никому не надо, наверное. Так, вроде все. Сейчас поставлю портал. Шапку ролили. Шапку ролили. Кожаную, да. Пропустили, что ли? А, вот. Шапку Фуматоксик забрал. Кому-то нужны там проф, лич.